Сидим вот сейчас на пляже вечером, уже солнце село. Сейчас пришли какие-то турки или кто, я не знаю. Делать, наверное, предложение. Любовь. Вино теперь ему наливают. Руки и сердце просил, наверное, мальчик. Мальчики, девочки стоят. Все. Разрешили свадьбы. Там на парашютиках летает. Прикольно. Солнце уже садится. Орешек сидит тут. Супер. Супер, Орешек. Отдыхаешь? Да. Народу никого уже на пляже. Пусто. Так мало, с нашего отеля немного сидят. Я так понимаю, что тут в основном рядом с нами тройки. Ага. И сейчас они занимают места, чтобы пожрать. А, понятно. Потому что в тройках не так особо форма. Мне это бесит. Сидим, закат смотрим, солнце прекрасно. Сегодня, да, что-то там вокруг солнца какой-то прям, не поймешь, как туман, не туман. Все, Ореша, пока. Пока.